Однажды итальянские друзья накормили меня пастой с невероятно нежной, я бы сказал, фантастически нежной семгой. И даже раскрыли секрет приготовления этого блюда, точнее, два секрета. Первый, еще утром эта рыбка должна плескаться в воде, то есть быть свежайшей. А второй, ну вот о втором чуть позже. Итак, сегодня я приготовлю тальярини с семгой в сливочно-мускатном соусе. И, как всегда, уложусь ровно в 3 минуты. Время пошло. Почему я выбрал именно тальярини? Да потому что, видите, какие они тонкие и узкие. Сварятся за те самые 2,5-3 минуты. Если возьмете пасту более толстую, то и варить ее придется несколько дольше. Считается, что итальянскую пасту нужно мешать всего один раз. В самом начале, вот как только я ее туда положил, так и помешал. Теперь добавим на сковородку ложку оливкового масла и до прозрачности обжарим здесь пару долек чеснока и примерно четвертинку красного лука. Пора добавлять сливки. Сливки должны быть средней жирности. 11% еще маловато, не загустеют, а 33% уже много, слишком калорийно. Выливаем сливки и делаем максимальный жар. Наша задача их уварить как можно сильнее. В этот же момент нужно успеть добавить мускатный орех. Я рекомендую дойти до магазина и купить мускатный орех в его, что называется, первозданном виде. Пошел аромат. Время для семги. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в абсолютной свежести рыбы, то вы можете поступить двумя способами. Первый – готовить что-нибудь другое. Или второй – за полчаса до начала готовки залить семгу лимонным соком. Теперь смотрите, что я делаю. Я выключаю плиту. Выкладываю средние куски семги, перемешиваю, закрываю соус крышкой и даю ему постоять буквально несколько секунд. Тем временем наши тальярини готовы, пора слить воду. Осталось только поперчить и посолить соус. А вместо соли я использую каперсы. На тарелку сначала выкладываем тальярини. В центре сделаем небольшое углубление и выложим сюда нашу семгу. Смотрим на часы. Кончилось. Свой лимит я превысил, но буквально на чуть-чуть. Зато приготовил вот такое потрясающее блюдо. Ну а вы, надеюсь, поняли, каким был второй секрет и почему рыба должна была быть непременно свежайшая. Да потому что она практически не подвергалась теплообработке, просто полежала в горячем соусе. Но поверьте, получилось невероятно вкусной. Бон аппетит! Приятного аппетита!